Выпускные экзамены у белорусских школьников пройдут с 1 по 9 июня. Традиционно тексты и задания будут объявлять по телевидению и радио, а также публиковать на сайте Минобразования. Начало испытаний в 9:00. Белпочта досрочно выплатит пенсии за 9 мая. Получить деньги в Могилевской области можно уже сегодня. В День Победы будут функционировать только дежурные отделения. Белорусов ждут еще одни длинные выходные. Нерабочими будут 7, 8 и 9 мая. Организации в зависимости от специфики могут переносить рабочие дни в другом порядке. В Бобруйске 9 мая будет ограничено движение на нескольких улицах, в их числе Комсомольская, Московская и Социалистическая. Здесь ограничение будет действовать с 7 утра до 9 вечера. До часу дня участки дороги перекроют на Минской, Пролетарской, Пушкино и Октябрьской. ГАИ рекомендует планировать свой маршрут заранее. На озере в Бобруйске спасли пенсионерку. Инцидент произошел накануне вечером в районе улицы Кима. Женщина находилась на расстоянии около 20 метров от берега. Горожанку госпитализировали с диагнозом «общее переохлаждение».